Михаил, чем могу помочь? Здравствуйте, мне необходимо исключить договор по социальной газификации. Какой у вас адрес объекта? Смотрите. Теперь жители Одинцовского округа могут получить всю информацию о президентском проекте в новом офисе социальной газификации, открывшемся в Чистцах. Это уже четвертый подобный офис в Подмосковье и первый в муниципалитете. К выбору места для его расположения подошли серьезно. Географически, я считаю, офис очень удобно расположен. Основные населенные пункты, которые в нашу программу попадают, они все вот вокруг Чистцов. Это и Голицыно, это и Никольское, и Захарово, и Кубинка. Это все вот основные наши населенные пункты. Все работы по подготовке офиса к открытию были выполнены компанией «Мособлгаз» в запланированные сроки. Я очень рад, что сегодня мы видим очень короткий срок между тем моментом, когда прозвучал указ, и его реальным воплощением на местах, которые каждому жителю, давно уже мечтающему о такой газификации, позволит быстро почувствовать на себе все плюсы решений современных руководителей. Офис социальной газификации – это уникальный проект, больше напоминающий дополнительный МФЦ рядом с домом. Помимо консультации о программе, здесь можно получить 12 услуг. Среди них – оформление дома и земельного участка в собственность, перерасчет коммунальных платежей, получение социальных льгот, запись на вакцинацию, оформление комплексного договора. Комплексный договор – это договор о выполнении работы внутри участка. Мы постарались сделать его удобным, простым. По сути, объединили 5 договоров в один. Он включает в себя все виды работ, это проектирование, строительство внутри участка, это оборудование газоиспользующее, это услуга технического обслуживания, когда уже будет пущен газ, непосредственно поставка газа. Первый такой договор в Одинцовском округе гендиректор Мособлгаза торжественно подписал с жителем деревни Татарки на открытие офиса. В рамках президентского проекта до конца 2022 года газ будет бесплатно проведен до границ домовладений в 175 уже газифицированных населенных пунктах Одинцовского округа. Тот большой объем строительства, который предстоит в ближайший год-два, не должен вызвать роста цен на строительные материалы, на элементы домашнего отопления, на внутриквартирное и внутридомовое газооборудование, потому что понятно, что сейчас вырастет спрос на котлы, вырастет спрос на колонки, на прочее газооборудование, и мы не должны допустить роста цен, и вот тут все поставщики, они должны так же, как и Мособлгаз, выполнять социальные функции. Кстати, газовое оборудование, которое будет установлено в домах потребителей в рамках комплексного договора, можно увидеть в офисе социальной газификации. В Мособлгазе разработали несколько комплектов, в которые входят двух- или одноконтурные котлы, газовые плиты и современные счетчики, подающие показания автоматически. Всю установку осуществят специалисты. Заявку на подключение можно оставить в офисе социальной газификации, который работает ежедневно с 10 утра до 8 часов вечера. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова».